песню запевай. Ура, Турьян и Строк, нас мужество растит. Мы не жалеем ног, нам нелегко идти. Прежде чем спеть на Соборной площади областного центра, они стали лучшими на местном уровне. Уже 7-й год подряд в регионе проходит смотр строя песни «Марш Победы». Это конкурс для школьников с 1 по 11 классы. Девочки и мальчики, юноши и девушки в ярких формах, ученики обычных профильных и кадетских классов, а также активисты юнармейского движения. Ребята будут соревноваться в прохождении строем, в исполнении песен военную тематику. Массовое, яркое, зрелищное мероприятие, очень торжественное. И в преддверии праздника Великой Победы мы присоединяемся и вот такой частичкой патриотического воспитания. Стартовал конкурс выступления приглашенных гостей, воспитанников Ульяновского детского сада номер 242 «Садко». На Соборной площади собрались порядка 450 конкурсантов. Каждая команда к смотру подошла серьезно. После уроков собирались сами, оттачивали шаг и учили куплеты патриотических песен, чтобы стать лучшими среди 36 команд. Маршировать очень сложно. Почему? Тренировались очень долго. Готовимся уже 2 недели, может и больше. Репертуар ребятам помогали выбирать их кураторы. Для большинства конкурсантов это не просто смотр, а возможность отдать дань уважения и памяти. Участие в этом конкурсе довольно значимо для меня, ведь у меня два прадедушки погибли на войне. И я считаю, как это, можно сказать, честь мне отдать им долг после их смерти. Среди юнармейских отрядов первыми стали ребята из средней школы номер 2 Новой Майны. Среди кадетов старших классов победу одержали учащиеся школы номер 66. А среди сборных команд младших классов лучшей стала 44-я гимназия. Десантник – это боевой патрон. Десантник крепче стали и гранита. Десантник – это мирный детский сон. Десантник – это армия элита. Рената Алиулова, Владимир Куликов, Улправда ТВ.